Друзья, всем привет! Хочу вам классную новость сообщить, радостную, на мой взгляд, очень. Был создан такой первый прецедент формирования свободомыслящих людей в некую структуру. Ходорковский, Латынин, Ройзман и ваш покорный слуга объединились в союз совершенно отвязанных свободных публицистов, который, ну, скажем так, не обязан принимать какой-то устав, не обязан единомышленничать, но тем не менее обязан помогать. Взносы мы обсудим. У нас взнососпособный только Миша. Все остальные готовы взносы принять. Совершенно верно. Членские билеты. Да. Членские билеты. Хватит? Конечно. Боже, не взор, вступив в профсоюз. Я не знаю, куда катится мир. Давайте лучше про Шварценеггера. Оль, вот смотри. Ну вот, короче, суть какая, да, что объединяется Ройзман, Ходорковский, Латынина, еще там будет Сталин ГУЛАГ, скорее всего, еще каких-нибудь публицистов они позовут. То есть это первый вообще в России, ну вот, по крайней мере, за современное время, наверное, со времен могучей кучки, такой союз свободных публицистов, который очень сильно будет менять Россию, потому что, ну, это у каждого есть аудитория, эти аудитории объединятся, они очень классную штуку придумали, это прямо круто, здорово, офигенно, ставьте лайки, подписывайтесь, давайте эту новость распространять, это очень круто.